Конфуций сказал: «Бывает три полезных друга и три друга, приносящих вред. Полезный, справедливый друг, чистосердечный друг и друг, который много знает. А вредный, льстивый друг, двуличный друг и друг красноречивый». Свидетели не верят, свидетели надеются. Почему? Я тебе сейчас из нашего канона процитирую. Что есть вера? Это обнаглевшая надежда. Прошение о суде настолько в себе уверенное, что оно считает себя векселем. Свидетель, не считай, что у тебя есть вексель, по которому тебе должны. Надейся робко и тайно, и надежда сбудется, ведь нахраписто и нагло будешь отвергнут у самых врат. Как-то так. Не пробуй этот мед, в нем ложка дегтя. Чего не заработал, не проси. Не плюй в колодец, не кичись. До локтя всего вершок, попробуй укуси. Час утренний делам, любви вечерней, раздумьям осень, бодрости зима. Весь мир устроен из ограничений, чтобы от счастья не сойти с ума. 2 февраля 1942 года в блокадном Ленинграде в отделении психиатрии тюремной больницы в Крестах умер от дистрофии поэт Даниил Хармс Ювачев. Ему было 36 лет. Хармса арестовали 23 августа 1941 года за пораженческие настроения, предсказания блокады Ленинграда. По доносу Антонины Оранжереевой, агент НКВД, после войны одна из наседок в доме Анны Ахматовой. На основании результатов судебно-психиатрической экспертизы, признавший поэта шизофреником, считает себя особенным человеком с тонкой или более совершенной нервной системой, способной устранять нарушенное равновесие созданием своих способов. Хармса освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение в психиатрическое отделение больницы при тюрьме. О том, где был похоронен Хармс, до недавнего времени никто не знал. Зимой 1942 года в Ленинграде была катастрофическая обстановка. Угрозы эпидемии покойников вывозили бессистемно. Лишь в 2016 году исследователи пришли к выводу, что писатель похоронен на Пискаревском кладбище в одной из 186 братских могил. Телефон у меня простой. 3208. Запоминается легко. 32 зуба и 8 пальцев. Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется. Пушкин сидит у себя и думает: «Я гений». Ладно, Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царство ему небесное, гений. Когда же это кончится? Тут все и кончилось. Грех не входит в человека, а только выходит из него. Подобно пище. Человек съедает хорошее, выбрасывает из себя нехорошее. В мире нет ничего нехорошего, только то, что прошло сквозь человека, может стать нехорошим. Ищи то, что выше того, что ты можешь найти. Не смешивай чистоту с пустотой. Реабилитировали Хармса только в 1956 году. Что Даниил Хармс сделал в этот день почти 100 лет назад? Он написал в своем дневнике. Планы на день были такие. На 2 февраля 1927 года. Первое. Сесть в кресло-качалку и углубиться до полного забвения, представляя себе кусок бумажки с нарисованной на ней фигурой. Второе. Переписать песнь о предмете роскоши Н. Асеева. Третье. Закурить только после ужина. Тогда на 2 февраля ты свободен. Спустя ровно 15 лет, 2 февраля 1942 года, поэт скончался в Крестах. Из дома вышел человек с дубиной и мешком. И в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, и не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес, и с той поры исчез. Судьба жены профессора.
Однажды один профессор съел что-то, да не то. Его начало рвать. Пришла жена и говорит: «Ты чё?» А профессор говорит: «Ничего, жена обратно ушла». Профессор лег на атаманку, полежал, отдохнул и на службу пошел. А на службе ему сюрприз, жалование скостили. Вместо 650 рублей всего только 500 оставили. Профессор туда-сюда, ничего не помогает. Профессор к директору, а директор его в шею. Профессор к бухгалтеру, а бухгалтер говорит: «Обращайтесь к директору». Профессор сел на поезд и поехал в Москву. По дороге профессор схватил грипп. Приехал в Москву, а на платформу выйти не может. Положили профессора на носилки и отнесли в больницу. Полежал профессор в больнице не более 4 дней и умер. Тело профессора сожгли в крематории, пепел положили в баночку, послали жене. Жена профессора пьет, сидит, кофе. Вдруг звонок в дверь. Что такое? Вам посылка. Жена обрадовалась, улыбается во весь рот, почтальону полтинник сует в руку и скорее посылку распечатывает. Смотрит, а в посылке баночка с пеплом и записка: «Это все, что осталось от вашего мужа». Жена ничего понять не может. Трясет баночку на свет, смотрит записку, 6 раз прочитала, наконец сообразила, в чем дело, и страшно расстроилась. Жена профессора очень расстроилась, поплакала 3 часа и пошла баночку с пеплом захоронить. Завернула она баночку в газету и отнесла в сад имени первой пятилетки, бывшей Таврической. Выбрала жена профессора аллейку поглушу и только хотела баночку в землю зарыть, вдруг идет сторож. «Эй!» – кричит сторож. «Эй, ты что тут делаешь?» Жена профессора испугалась и говорит: «Да вот хотела лягушек в баночку наловить». «Ну, — говорит профессор, — это ничего, только смотри, по траве ходить воспрещается». Когда сторож ушел, жена профессора зарыла баночку в землю, ногой вокруг притоптала и пошла по саду гулять. А в саду к ней какой-то матрос пристал. «Пойдем, — говорит, — спать». Она говорит: «Зачем же днем спать?» А он все свое: «Спать да спать». И действительно захотелось профессорше спать. Идет она по улице, а ей спать хочется. Вокруг люди бегают какие-то синие да зеленые, ей все спать хочется. Идет она и спит, и вдруг видит, будто к ней навстречу идет Лев Толстой, а в руках ночной горшок держит. Она его спрашивает, что это такое, а он показывает ей пальцем на горшок и говорит: «Во, — говорит, — я тут кое-что наделал и теперь хочу всему свету показывать. Пусть, — говорит, — все посмотрят». Стала профессорша тоже смотреть и глядит, и это уже вроде как не Лев Толстой, а сарай. А в сарае сидит курица. Стала профессорша курицу ловить, а курица забилась под диван, оттуда уже кроликом выглядывает. Полезла профессорша за кроликом под диван и проснулась. Проснулась, смотрит, действительно она лежит под диваном. Вылезла профессорша из-под дивана, видит, комната ее собственная, а вот и стол стоит с недопитым кофеем. А на столе записка лежит: «Это все, что осталось от вашего супруга». Всплакнула профессорша еще раз, села холодный кофе допивать. Вдруг звонок. «Что такое?» Входят какие-то люди, говорят: «Пойдемте». «Куда?» – спрашивает профессорша. «В сумасшедший дом», – отвечают люди. Профессорша стала орать, упираться. Но люди схватили ее, отвезли в сумасшедший дом. И вот сидит совершенно нормальная профессорша на койке в сумасшедшем доме. Держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок. Это профессорша только жалкий пример того, как много в жизни несчастных, которые занимают в жизни не то место, которое им занимать следует. Даниил Хармс, 21 августа 1936 года. Вода в реке журчит прохладно, и тень от гор ложится в поле, и гаснет в небе свет, и птицы уже летают в сновидениях. А дворник с черными усами стоит всю ночь под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Проходит день, потом неделя, потом года проходят мимо, и люди стройными рядами в своих могилах исчезают. А дворник с черными усами стоит года под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. Луна и солнце побледнели, созвездия форму изменили, движение сделалось тягучим, и время стало как песок. А дворник с черными усами стоит опять под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок. И в окнах слышен крик веселый, и топот ног, и звон бутылок. 14 октября 1933 года. «Знаете, — сказал барон, — не забывайте, что вы пока живы. Вся эта темнота, пустота вокруг вас — на самом деле яркий свет, который только бывает. А ну-ка постойте,
Я машинально остановился, и барон, не дав мне времени сообразить, что он собирается сделать, резко толкнул меня в спину. И все же в этот момент он не застал меня врасплох. И в тот момент, когда мое тело падало на землю, я словно бы успел осознать неуловимо краткий миг возвращения назад в обычный мир. Или, поскольку осознавать на самом деле было абсолютно нечего, успел понять, в чем это возвращение заключается. Не знаю, как это описать. Это словно одну декорацию сдвинули, а другую не успели сразу установить на ее место. И целую секунду я глядел в просвет между ними. И этой секунды хватило, чтобы увидеть обман, стоящий за тем, что я всегда принимал за реальность. Увидеть простое и глупое устройство Вселенной, от знакомства с которым не осталось ничего, кроме растерянности, досады и некоторого стыда за себя. Вот здесь у меня мозг отказывается что-либо понимать. Я, когда смотрю на нашу историю с 1917 по 1956, меня просто оторопь берет. Тут уж действительно поверишь в Гумилева-младшего с его фразами и стадиями развития этноса. Я не приемлю Гитлера. Но действительно, чтобы сплотить народ вокруг фюрера, нужно было придумать внешнего врага, в данном случае евреев, и повязать всю нацию кровью. Мне понятен, хоть и неприемлем, пафос революции, гражданской войны, всех капиталистов, помещиков к ногтю в расход. Эксплуататоры поганые. Непонятно, правда, тогда зачем еще в расход священников, профессуру, деятелей культуры. Ну да бог с ними, это переборщили малость от революционного куражу. Ну а потом... Ну, закончилась гражданская война. Ну, победили всех, кого хотели. Кого убили, кто сидит, а кто уехать успел. Короче, никто не мешает строить утопию. И что же случилось? Доносы, анонимки, лжесвидетельства, причем зачастую обоюдные, да еще брат на брата, сын на отца, жена на мужа, муж на жену и так далее и тому подобное, а уж сосед на соседа и товарищ на товарища, это как пописать. Достаточно любого повода, жена красивая, комнату в коммуналке нужно освободить, продвижение по службе, если его место будет вакантным, а можно еще проще, он мне морду по пьянке разбил, а я на него анонимочку. Считаю своим долгом сообщить. Скрытый меньшевик. В порядке бдительности. Распевал в туалете «Отче наш». Доброжелатель. И нет, касатика, куда-то подевался. Ба, да вот он же, с киркой махает. Не остановишь. Сосульки на лоб нависли. Дистрофия, а вот он уже прижмурился. Да вот он уже вторым слоем лежит, пересыпанный звездкой. А зачем она и звездка-то в вечной мерзлоте? А потом интереснее. Товарищ, это какое-то недоразумение. Я честный человек, какой-то честный, сволочь, по зубам в печень под дых. Вот зэк Пупкин, когда читал твой донос на него, в порядке ознакомления с материалами дела, перед приговором и уж, конечно, перед приведением его в исполнение, припомнил, что однажды вел с тобой контрреволюционные разговоры, а ты, падла, разделял его взгляды. Вот-вот, чистосердечное признание царицы доказательства облегчает душу, удлиняет срок». И пошел Столыпинский вагон по шпалам по железной дороге, где мчится курьерский, короче, в Воркуту. Сколько убил и посадил Сталин и его подручные после гражданской войны? Ну, 100 тысяч, ну, 200. Больше не могли. Во-первых, больше у них не было вагонов. Ни настоящих, ни мнимых. А во-вторых, больше человеческая память не может запомнить фамилии и образов людей просто физически. А ведь убитых и посаженных были миллионы, десятки миллионов. Вот эти миллионы – это уже не злой диктатор, это творчество масс, это энтузиазм и бдительность, это доносы и анонимочки. Не Сталин же с Молотовым и Берией по ночам в Кремле стреляли в затылок меньшевистскому отродью, нет, это тысячи крестьянских парней, одетых в гимнастерки, стреляли в своих братьев. Миллионы русских людей словом и делом уничтожали другие миллионы русских людей. Вот часто говорят, евреи сделали революцию, пусть так, хоть это и не так. Но ведь потом-то не евреи заставили писать анонимки, не евреи приводили приговоры в исполнение. Это все-таки добровольно и не из-под палки, находясь в здравом уме и твердой памяти. Это все-таки народ-богоносец. Кстати, евреям досталось почти как чеченцам и калмыкам. Иногда кажется, что включился какой-то механизм самоуничтожения этноса, как эпидемия заразил весь народ. Часто по телевизору показывают, как стая китов ни с того ни с сего вдруг выбрасывается на берег.
Добрые люди вручную на лодках и катерах утаскивают их обратно в море, и они снова выбрасываются, снова и снова, как горбуша после нереста, отказываются жить. Так огромные стада антилоп несутся во весь опор к пропасти. Как Господь уничтожил Содома и Гоморру, так и здесь будто бы дана команда: зарежьте друг друга, уничтожьте свой народ. Если взять популяцию любого вида млекопитающих и 10% самых сильных половозрелых самцов убить, а еще 20 самых сильных половозрелых самцов и самок изолировать от популяции и друг от друга на весь репродуктивный период, то после такого эксперимента антиевгеника какая-то, вопрос, что будет с популяцией, становится риторическим. Популяция в худшем случае вымрет, а в лучшем выродится и обмельчает. Русский народ это сделал сам с собой. Сам. Добровольно. Оккупантов победил, а зависти соседу нет. А ведь сказано в Писании: не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Ни поле его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его. Ничего, что у ближнего твоего. Исход, глава 20, стих 16-17. Вот за эту зависть к ближнему, донос на ближнего, наказан народ самоистреблением. В школе мы изучали такие слова, которые называются омонимы. То есть слова, имеющие одинаковое значение, но разный смысл. Например, слова «замок», «коса», «нос», «пол» и так далее. Иногда мне кажется, что слово «русский» тоже стало омонимом. Оно имеет два смысла. Один, первый – это название народа, населявшего нашу страну до 17 года. Второй – это название русскоязычных европеидов, населяющих ее сейчас. Это два разных народа с разным отношением друг к другу, к своей истории, к своим задачам. Я сразу понял, что означало известное тютчевское четверостишье: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенное стать, в Россию можно только верить». Особенная стать заключалась в непредсказуемой анатомии новорожденного. Это был альтернативный механизм эволюции, разрывно-скачкообразный, что было ясно вдумчивому наблюдателю еще в XIX веке. Никаких обнадеживающих знаков для нацеленного на личное выживание картезианского разума в этом, конечно, не было. Поэтому поэт и говорил, что в Россию можно только верить. Начну я с веселой фривольной частушки, а закончу цитатой из отечественной классики. К частушке, впрочем, необходимо маленькое предисловие. Последние лет 30 я живу в районе, примыкающем к Марьиной роще. А в детстве, юности, сам этот топоним ассоциировался с чем-то криминально-хулиганским. Поэтому казалось странным и непонятным, что там обитают не только блатные и приблатненные, но и самые обычные люди. Например, там жила семья каких-то отдаленных наших родственников. И я там однажды в детстве побывался вместе с родителями, хотя ничего не помню. Впервые про Марьину рощу я услышал от соседа по коммуналке, одноногого, пьющего дяди Коля, человека беззлобного, но шебутного. По поводу целого ряда внешних обстоятельств, привнесенных и в без того не слишком размеренное течение его жизни, а иногда и вовсе без какого-то ни было повода, дядя Коля с непередаваемой глумливой интонацией и соответствующей жестикуляцией и мимикой слободского забияки декламировал: «Нам хотели запретить в рощу Марину ходить. Какие запретители, а не хотите ли?» Более-менее пристально следить за законотворческой деятельностью уже не хватает ни сил, ни времени, ни азарта. И для душевного здоровья это не слишком полезно. Но время от времени твой слух или глаз натыкается на что-нибудь такое очередное. И ты вместо того, чтобы досадливо отмахнуться от этих, прости Господи, новостей, начинаешь зачем-то думать, зачем-то рассуждать. Что делать? Привычка. Возможно, и вредная, но она есть, и ничего с этим не поделаешь. Ну вот зачем, думаешь, они все это делают? Да еще в каких-то неперевариваемых объемах. Вот зачем? Цель-то какая? Иногда создается впечатление, что они просто куражатся, весело подмигивают друг другу, шутливо тыча в бок друг друга острыми локтями. А иногда кажется, что они посылают таким образом сигналы всем тем, кто без того открыто считает их зловредными идиотами. Типа: «Ага, мы идиоты, но вы даже еще не знаете, до какой степени, так вот мы вам сейчас изобразим, вы будете приятно удивлены». Иногда даже начинает казаться, что вся эта запретительная вакханалия имеет тайную подрывную цель.
Известно же, что бывает, в конце концов, когда человеку, допустим, сначала говорят: «Вам направо нельзя, а можно только налево». А через 5 минут говорят: «Вам налево тоже нельзя, а только вперед и назад». Но для того, чтобы вперед, надо получить специальное разрешение. А потом говорят: «Нет, только назад, и не оборачиваться». А в скорости выясняется, что назад грозит штрафом и общественными работами по месту стояния на одной ноге. В этих случаях даже сам покладистый человек, энергично, с неизбежным применением запрещенной лексики и фразеологии, выдергивает из земли палочки с запретными указателями и просто идет туда, куда ему надо, не обращая внимания на грозные крики за спиной. «Эй, ты куда? Мы что, зря, что ли, тут законов напринимали?» Может быть, они там какие-то глубоко законспирированные бунтари, думаешь ты, и уже понимаешь, что это, разумеется, чушь. Скорее всего, дело в том, что они там вот таким образом попросту выстраивают вокруг себя самих глухой частокол с башенками, бойницами, колючей проволокой с электрическим током, будучи не вполне, что совершенно справедливо, уверены в своем праве на существование в качестве народных избранников. Однажды я поехал к своему приятелю на дачу. Объясняя мне дорогу, он сказал: «Ты легко найдешь, моя дача непосредственно граничит с хорошо укрепленным объектом». Сначала я не очень понял, что он имел в виду, думаю, что речь идет о воинской части или о пересыльной тюрьме. Когда я нашел искомую улицу, допустим, Калинина или даже Щерса, я сразу понял, что он имел в виду. На этой улице доминировал высоченный кирпичный забор, за которым даже не видно было самого дома. Поверху забора тянулась скрученная в зловещую спираль колючая проволока, рядом с бронированными воротами, увенчанными фамильным гербом, ощетинилась парочка вооруженных мордоворотов с неприветливым выражением лица. «Чья же это дача, если это вообще дача?» – спросила приятеля. «Дача», – ответил он. «Там живет какой-то местный авторитет. Торгует, кажется, церковной утварью». «А от кого же он так обороняется?» – поинтересовался я. «Не знаю», – ответил мой приятель. «Видимо, кого-то сильно обидел». Корни этой карательно-хватательно-запретительной практики и теории этики и эстетики уходят на довольно солидную глубину общественной российской традиции, традиции, закрепленной даже на лингвистическом уровне. Мой эстонский приятель рассказывал мне, что когда-то в середине 70-х, после окончания Тартусского университета, его призвали в армию на 2 года в качестве офицера. Он стал, как тогда называли, двухгодичником. Службу он проходил в Калининградской области, в каком-то маленьком городе. По-русски он говорил вполне свободно и вполне литературно, потому что много читал. Но будучи все-таки не русским, он знал не все русские слова, точнее, не все их значения. То есть он в основном был знаком с лексикой, почерпнутой из русской классики. А этого, как оказалось, было явно недостаточно для понимания некоторых важных сторон, особенно жизни армейской. Долгое время он, например, никак не мог постичь онтологической глубины слова «не положено», с которым он сталкивался постоянно. Это, как он понял, не сразу был универсальный, абсолютно исчерпывающий, хотя и не слишком удовлетворяющий рациональный протестантский разум моего друга, ответ на все вопросы из-за разряда «почему нельзя-то? Почему? 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 Не положено, сказали же тебе». Вопрос о том, почему именно не положено, либо вовсе игнорировался, либо отзывался иррациональным, тавтологическим, но по-своему убедительным в контексте доаристотелевой логики ответом «потому что не положено». Личным общественным ответом на все это вместе, на каждое по отдельности, вполне может послужить дядя Кольная частушка про Марину рощу. Но я ведь обещал еще цитату из классики. Цитата будет. Эту цитату я мог бы и не вспомнить, но мне ее напомнил среди ночи неугомонный полночник кот Дживс, со страшным грохотом уронивший со стола на пол толстую книгу, в которой я имею обыкновение время от времени заглядывать, открывая ее в разных местах. В этот раз она упала на пол, сама собой раскрылась на нужном, как выяснилось, месте. Утром, встав, подняв ее с пола, я прочитал. «Ха-ха!» – засмеялся Петр. Он проговорил вслух сам собой. «Не пустил меня солдат, поймали меня, заперли меня, в плену держат меня». «Кого? Меня! Меня! Бессмертную душу!» «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» – смеялся он с выступившими на глазах слезами. Какой-то человек встал и подошел посмотреть, о чем смеется один этот странный человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя. Пьер взглянул в небо, вглубь уходящих, играющих звезд.
И все это мое, и все это во мне, и все это я, думал Пьер. Все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками. Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам. Не забивай себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему. В будущее, о котором вы говорите, надо еще суметь попасть. Быть может, вы попадете в такое будущее, где никакого Фурманова не будет. А быть может, вы попадете в такое будущее, где не будет вас.